Здравствуйте, это новости спорта, в студии Александр Захаров. Сегодня «Трактор» играет в Нижнекамске, а воспитанник челябинского хоккея Валерий Нечушкин забивает третью шайбу в сезоне. Наконец-то прервана безголевая серия длиной в 91 матч. Подробности в нашем обзоре. Воспитанник челябинского хоккея Валерий Нечушкин стал одним из героев матча чемпионата НХЛ, забросив в меньшинстве шайбу ворота Торонто Мэйпл Лифс. Гостевой поединок завершился победой Колорадо Эвеланж со счетом 3-1. Четвертый подряд в регулярном чемпионате. Отмечу, что Валерий Нечушкин в 5 последних играх забросил 3 гола и сделал результативную передачу, наконец-то прервав безголевую серию, которая продолжалась 91 матч. Второй матч выездной серии «Трактор» проведет в Нижнекамске. Сыграет против «Нефтехимика». Соперник челябинцев в прошлой игре прервал серию поражений из 6 встреч, разгромив клуб «Сочи» со счетом 4-1. Чуть раньше «Нефтехимик» выдал рекордную для своей истории серию побед из 10 игр. Сейчас «Нефтехимик» идет на 10-й строчке Восточной конференции, опережая «Трактор» на 10 очков. Матч начнется в «Нефтехим-арене» в 21:30 по челябинскому времени. А хоккеисты Челмета уступили в Сыроарке в заключительном матче домашней серии, проиграв казахстанской команде со счетом 1-5. Единственную шайбу ворота гостей из Караганды забросил Егор Фатеев. Последний раз челябинский клуб выигрывал у Сыроарки 2 года назад по буллитам. Хотели немножко пойти активно сработать, но вот эти небольшие ошибки где-то нас на контратаке поймали, пропустили на 3-й гол, и, соответственно, игра перевернулась. Ну, опять же, неплохо провели домашнюю серию. Сейчас немножко отдохнем, и у нас выезд. Сейчас в активе Челмета 36 очков. Он находится на 16-м месте в чемпионате высшей хоккейной лиги, то есть в зоне плей-офф. Следующий матч пройдет 8 декабря в Учалах с соседом по турнирной таблице «Горняком». В эту субботу волейболистки челябинской команды «Динамо Митар» проведут очередной матч в чемпионате российской суперлиги. Подопечные Дениса Матвеева сыграют соперницами саратовского «Протона», который находится на 3-й строчке турнирной таблицы. Хозяйки паркета после победы в предыдущем туре в Краснодаре над местным «Динамо» входят в топ-8 клубов лиги. Ульяна Любимова продолжит. Гостевая игра со спортсменками из Кубани завершилась со счетом 3-2 в пользу челябинок. А самой результативной в этой встрече стала опытнейшая Татьяна Маркевич, которую назвали лучшим игроком тура. Мы, конечно, немножко расстроились, хотели взять 3 очка. Вот, но взяли 2. Но очень рада. Характер, конечно, в первую очередь сыграл свою роль. Но и концовки, я считаю, что кто меньше в концовках ошибается, тот и выигрывает. Отмечу, что в выездном поединке также достойно сыграли молодые игроки Анастасия Васильева и Ксения Дьяченко. Как уже многие именитые тренеры говорили, если бы это не сработало, меня бы закатали в асфальт. Но сегодня это получилось, слава богу. Поэтому молодые проявили себя. Я очень рад, что они растут, добавляют. Этот результат мы видим. Начало домашнего матча во дворце спорта «Митар» с саратовским «Протоном» 7 декабря в 5 часов вечера. Юные челябинские гимнасты выиграли 11 наград на всероссийском турнире в Казани. В соревнованиях выступили более 300 спортсменов из Москвы, Сочи, Ижевска, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга и столицы Азербайджана – Баку. Наши спортсмены завоевали в столице Татарстана 2 золотых, 7 серебряных и 2 бронзовых медали. Победителем в многоборье стал Алексей Панфилов, серебро у Степана Захарова и Алексея Бухтаярова. Третьими стали Семен Калистратов и Никита Галушко. В отдельных видах программы золото добыл Егор Султанов. В активе Степана Захарова 3 серебра, у Алексея Бабошкина и Семена Калистратова по одной. Напомню, что Семен Калистратов в ноябре стал героем шоу Максима Галкина «Лучше всех» на одном из федеральных каналов. Он является не только победителем всероссийских состязаний по спортивной гимнастике, но и 2-кратным чемпионом мира по детскому фитнесу. На сегодня это все. Далее происшествия. 15-летнего школьника обвиняют в изнасиловании 11-летней девочки. Произошло это в Златоусте. Подробности у Елизаветы Болдыревой. Не переключайтесь.